Друзья, всех приветствую! В прошлом видео мы производили облицовку керамогранитом. В этом же видео мы будем производить монтаж душевого поддона и сделаем все подрезки. Ну а что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! В первую очередь снимаем размеры трапа, ну а метки оставляем на плитке, чтобы все размеры снять по факту. Ложим плитку и переносим все размеры на эту плитку. Вот что у нас получилось. Далее по всем углам сделаем отверстие. После того, как все отверстия готовы, мы устанавливаем нашу систему и с помощью этой системы будем пилить проем под трап. Медленно углубляемся, затем фиксируем болгарку в нужном нам месте и производим распил. То же самое повторяем и с другой стороны. Ну а здесь уже только болгаркой. Удаляем лишний элемент, после чего корректируем углы. Далее мы кладем плитку без клея для дальнейшей разметки. После того, как все разметили, произведем распил всех элементов. Ну что ж, все элементы готовы, и мы сейчас приступим к укладке. А для этого я использую гребенку 6 мм. Клей будем наносить на пол и на плитку. Ну что ж, поехали!
Края по всему периметру душевого поддона должны быть в одном уровне. Потом я объясню, почему так надо. Длина поддона 1100, а сама перегородка будет находиться на 900. Исходя из расчета, наш уклон составляет 10 мм, что вполне достаточно для данной конструкции. Изначально разметку делали так, чтобы между стеной и полом подходила целая плитка. Теперь вы поняли, почему я сделал конверт, а не общий уклон. С общим же уклоном мне пришлось бы опустить плитку и резать весь нижний ряд по всему периметру санузла. А это уже получается открытый рез, и он немало стоит. А так мы ускорили процесс и сэкономили заказчику по финансам. Далее режем все откосы нижнего ряда. Продолжаем укладку нижнего ряда. Ну вот, вроде бы и все. Закончили весь санузел. Осталось только выпилить плитку под крышку трапа и затереть. А так как затирка у нас будет эпоксидной в душевой кабинке, то я решил сделать отдельное видео на эту тему. А чтобы не пропустить самое интересное, подписываемся на канал и жмем колокольчик. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.